как появился город на Сибири. Давно это было. Вела Россия Северную войну. Да, выход в Балтийское море. Задумал царь сделать нашу родину непобедимой державой. Приказал Петр найти место для строительства военных кораблей. Докладывали помощники, что нашли такое место на реке Сибирь. И народ есть, который умеет строить ладьи. И появилась в августе верфь судостроительная. Строили тяжело, под дождем и под снегом. Через год на воду пустили первый военный корабль и 6 маленьких кораблей. Сам Петр приезжал и принимал корабли. А главный корабль он назвал «Штандарт», что означает «флаг». Стал «Штандарт» символом нашего герба. А почему наш город назвали «Ладейное поле»? Потому что строили ладьи и вырубали лес. А когда вырубали лес, оставалось поле. Вот так и появился наш город «Ладейное поле».